Всем привет! Сегодня у нас эфир про стоки. Я освещу самый актуальный вопрос, который обычно задают, и, конечно же, отвечу на ваши вопросы в комментариях к эфиру. Ну что, для тех, кто еще не начал работать со стоками, чуть-чуть расскажу, что стоки — это такие сайты, да, на которых можно продавать свои иллюстрации и фотографии. И, собственно, если вы еще не работаете со стоками, но рисуете или фотографируете, или, может быть, видео снимаете, то очень советую вам зарегистрироваться на стоках и начать там продавать, собственно, свои иллюстрации и фотографии. Это отличный дополнительный доход, да, либо для кого-то основной доход для тех, кто работает со стоками на фулл-тайме. Ну что, начнем с вопросов или мне начать с небольшого рассказа про плюсы и минусы работы на стоках? Если у вас пока нет вопросов, тогда я начну с рассказа. Собственно, в работе на стоках, как и в любом другом деле, есть и плюсы, и минусы. Я чуть-чуть их коротко перечислю тезисно, и потом перейдем к вашим вопросам. Что касается плюсов, это, во-первых, работа на себя, то есть, да, вы самостоятельно можете регулировать свой график, время работы и так далее. И никто вас не будет пинать. Ну, в принципе, для кого-то это может быть... Всем привет, присоединяйтесь. Для кого-то это может быть также и минусом. В работе на стоках также есть неограниченный рост дохода, да, то есть все зависит от вас, это очень круто, это как, в принципе, и в любом бизнесе, да, то есть работа на стоках очень похожа на бизнес. Так, тут уже вопросы пошли, сейчас я чуть-чуть дорасскажу про плюсы и минусы и отвечу на вопросы. Можете пока писать их в комментариях. Собственно, кроме неограниченного роста дохода, также мне нравится в работе на стоках это саморазвитие, да, потому что когда работаешь сам на себя, приходится постоянно развиваться, совершенствоваться и так далее. Это очень классно. Работа не привязана ко времени и к месту, да, например, я сейчас нахожусь в путешествии, поэтому у меня все эфиры в разных местах. Выехала я в путешествие 5 июня, то есть 5 декабря уже будет полгода моему путешествию, да, и, собственно, работа на стоках в том числе дает такую возможность, да, находиться где угодно и зарабатывать достойные деньги в долларах. Очень классно, что стоки платят в долларах, да, с нашим нынешним курсом рубля. Ну и в целом вы будете себя комфортно чувствовать в каких-то других странах, если у вас есть цель путешествия, да, такой разнообразный образ жизни, то стоки вам отлично подойдут. Ну, либо вы можете сидеть дома и работать, тоже вполне в себе неплохой вариант. Также из плюсов работы со стоками это то, что вы зарабатываете тем делом, которое вам интересно. Поставьте лайк, если для вас это важно. Вот здесь вот можно поставить сбоку сердечки. То есть вы любите рисовать иллюстрации, предположим, да, и вы этим делом зарабатываете себе на жизнь. Это очень круто, как я считаю. Может быть, у вас какие-то другие, конечно, взгляды на это все, но тем не менее, я рассказываю свою позицию про минусы работы на стоках, тоже расскажу. Стоки также это в каком-то плане пассивный доход, да, то есть вы можете, например, на какое-то время бросить загружать картинки на стоки, но когда у вас наработано уже определенное там количество работ в портфолио, да, и вас устраивают ваши продажи, вы можете... Можете потом на какое-то время бросить, загружать картинки, но доход у вас будет, да, то есть такого при работе на кого-то, при работе в офисе нет, и даже у фрилансеров, да, которые тоже могут перемещаться и работать, в принципе, в любое удобное для них время, даже у обычных фрилансеров, всем привет, присоединяйтесь, такого нет, это вот для меня лично это огромный плюс, думаю, что и для всех остальных тоже.
Но есть небольшой такой момент, конечно, в том, что пассивный доход со стоков, он начинается не сразу. То есть сначала, как и в любом бизнесе, придется вкладывать. В данном случае, если говорить о работе со стоками, вкладывать придется свое время, да, на наработку портфолио. А в дальнейшем это портфолио уже будет вас кормить, да, даже без вашего участия. И это очень круто. Также из плюсов это то, что на стоках достаточно стабильный доход, но это тоже при наработке уже портфолио. То есть у новичков доход не очень стабильный, да, и нужно пару месяцев достаточно плотно поработать, чтобы в дальнейшем наработать портфолио, и у вас был стабильный и даже в каком-то плане пассивный доход. Что касается минусов работы на стоках, я вижу ваши вопросы, сейчас я на них отвечу, и можете писать пока еще вопросы. Сейчас про минусы расскажу и перейдем к ответу на вопрос. Из минусов это, как я уже вот недавно сказала, это медленный рост в начале работы, да, то есть когда у вас портфолио еще маленькое, когда вы только начинаете работать со стоками, особенно если вы начинаете там, возможно, самостоятельно и как-то не совсем правильно, то доход растет достаточно медленно в первые месяцы работы со стоками. Именно поэтому многие бросают, да, работу со стоками. Многие говорят о том, что стоки уже переполнены, что там столько авторов и так далее. Но если зайти на какой-нибудь там Shutterstock или на любой другой сток, можно посмотреть, что количество там авторов, да, какое там написано на стоке, на самом деле их, ну, раз в 10 меньше, потому что там каждый 10... Да, как получается, там 9 из 10 портфелей – это те, которые, собственно, кто-то начал работу со стоками, возможно, просто даже прошел экзамен только, и все. И на этом работу закончил, потому что не увидел отдачи, да, в первые месяцы работы. Это очень важно – пережить этот момент, правильно к нему, возможно, подготовиться, да, какой-то финансовой подушкой или еще чем-то, или там каким-то дополнительным заработком, возможно, работой там не на неполный день или... дополнительными заказами на фрилансе, но, в общем, подготовиться к этому моменту надо, потому что, как я уже сказала, очень многие авторы бросают работу со стоками в первые пару месяцев, то есть, ну, стоки не переполнены, всем нужен контент, всем нужен хороший контент, достаточно недорогой, да, стоки предоставляют покупателям достаточно дешевые картинки, но вам это, в принципе, для вас это неплохо, потому что вашу одну картинку, которую вы загрузили, могут скачать, да, неограниченное количество раз, могут одну картинку 1000 раз скачать, понятно, что это там за несколько центов, да, там за 20 центов и так далее, но когда там вашу картинку качают много раз, то, соответственно, доход с одной картинки достаточно хороший. Но для того, чтобы иметь хороший доход с одной картинки, хороший доход с одной картинки, нужно, во-первых, правильно выбрать тему, провести предварительный анализ перед тем, как создавать этот контент, который вы будете выкладывать. Также хорошенько прописать ключевые слова, в общем, сделать все правильно. Собственно, если вы еще не работаете со стоками, именно этому мы учим на марафоне старт, да, чтобы продажи начинались у участников марафона, да, у нас продажи начинаются практически сразу, там, в первые недели. Для этого очень важно, вот, собственно, все правильно сделать. Также еще из минусов это то, что сложно спрогнозировать прибыль, но это сложно сделать именно в начале работы. То есть все основные минусы находятся именно вот в первых нескольких месяцах, когда человек регистрируется на стоке и начинает, собственно, с стоками работать. То есть в дальнейшем, когда нарабатывается уже портфолио, ну, можно сказать, что у стоков, наверное, и нет минусов, я сейчас так даже не припомню. То есть все основные минусы связаны именно с началом работы на стоках. А для того, чтобы, собственно, правильнее и быстрее начать работу со стоками, мы вот
создали наш марафон «Старт». В этом году вот будет последний сейчас поток, 22 ноября он начинается и будет идти 3 недели. За 3 недели, собственно, мы там рассказываем все, что нужно для того, чтобы именно правильно начать работать с истоками, да. То есть правильно я имею в виду так, чтобы получать доход практически сразу, да, не ждать много месяцев. Собственно, я рассказала основные плюсы и минусы, которые я вижу в работе на стоках. Сейчас я перейду к вашим вопросам, которые здесь я видела, и потом продолжу свой рассказ. Поставьте, пожалуйста, пока я ищу вопросы, здесь сердечки. Я буду рада, и больше людей увидит наш эфир. Перейдем к вопросам. Так, первый вопрос. У вас уменьшились доходы на стоках или наоборот? Ну, зависит... Такой вопрос, да, смотря с чем сравнивать. На самом деле они только растут, даже учитывая то, что там какие-то были изменения выплат в на Шаттерстоке и так далее. В принципе, доход с каждым годом, да, с каждым днем, даже, ну, когда как, с каждой неделей скорее, потому что, да, в днях бывают просадки, например, там в воскресенье хуже покупают и так далее. Вот, нет, доход, вот, единственное, что летом у меня немного просел лично доход со стоков, но это только потому, ну, у многих, конечно, стокеров летом проседает доход, потому что бизнесы, да, которые, собственно, покупают контент, они как-то в более лайтовом режиме работают. Но, опять же, если пополнять портфолио сезонными хорошими картинками, в том числе и на летние какие-то темы, то доход не будет проседать. То есть здесь важно, так сказать, раскидать ваш контент на весь год по темам, да, чтобы не проседать ни в один из месяцев. То есть понятно, здесь все зависит от портфолио. То есть у меня лично просто мало летних тем, и да, это мой косяк, но мне не хотелось рисовать на летние темы. В принципе, у меня ну, без роста дохода в летние месяцы, в принципе, тоже все устраивало. Собственно, например, если у человека в портфолио там нет никаких зимних, новогодних и так далее тем, да, у него, скорее всего, вот в конце осени, в начале зимы просядут продажи, да, или если, вот как я сказала, у меня нет почти летних тем, собственно, у меня летом хуже продажи. Здесь все зависит от наполнения вашего портфолио, да, то есть это такой важный момент. Надеюсь, я ответила на вопрос про уменьшение доходов. Подытожу, нет, не уменьшаются, а даже наоборот увеличиваются. Так, дальше какой-то организационный вопрос был. Час назад оплатила марафон Level Up, но почему-то ссылка не пришла еще. У нас обычно в течение пары часов приходят ссылки. На сайте написано вообще в течение 12 часов, но обычно быстрее. Там в течение часа, я думаю, вам все придет. Обычно в течение пары часов все приходит. Так, следующий вопрос. Приобрела курс, но неправильно указала Инстаграм. Как исправить? Если вы правильно указали почту, то все окей. Там Инстаграм у нас, он так дополнительно, это поле сделано. Мы его, в принципе, не используем. Если вы правильно указали почту и вам пришел доступ и так далее, то все окей. Так, угу. Следующий вопрос. Супер, я рада, что сегодня активный эфир и есть вопросы. По организационным каким-то вопросам, кстати, можно написать нам в директ. Так, сейчас я водички попью и отвечу на следующий вопрос. Некоторые пишут, что нужно грузить по несколько сотен работ. Можно добиться успеха при загрузке до 100 работ в месяц? Да, конечно, можно. И 100 работ в месяц, да, или там 50 работ в месяц, это уже хорошо. Тут вопрос, как их грузить, да? Вы можете загрузить там 50 работ, ну, будем... Давайте 60, чтобы было удобнее считать. Предположим, 60 работ за один раз, да, там, не знаю, в один день. И тогда будет не очень хорошо. А если вы раскидаете эти 60 работ и будете грузить по 2 работы в месяц, ой, по 2 работы в день, то вы сможете вполне нормально зарабатывать и добиться успеха, загружая, да, такое количество небольшое работ в месяц. На самом деле, если у вас есть вопросы по именно созданию контента, у нас на YouTube, ссылочка на наш YouTube-канал есть в шапке профиля, у нас на YouTube есть несколько видео про симиляры. Посмотрите,
семиляры, да, это когда вы создаете один набор какой-то иллюстрации на одну тему в одних цветах, да, в одной цветовой гамме, и в дальнейшем из этого набора вы создаете много разных других картинок, например, там паттерны, какие-нибудь маленькие наборы, одиночные элементы. И таким образом вы можете очень быстро пополнять портфолио. То есть, например, нарисовав набор из 10 иллюстраций, да, на какую-нибудь тему, предположим, новогоднюю, сейчас скоро Новый год, да, поэтому такие у меня примеры, на новогоднюю тему, предположим, вы нарисовали работы, и в дальнейшем из этих 10 работ, из набора, если он грамотно сделан, да, то есть там есть и какие-то и крупные элементы, и мелкие элементы, и все это в одной цветовой гамме и в одном стиле изображено, тогда вы можете из этого одного набора, из 10 картинок, вполне создать до 100 семиляров. Представляете себе? А это на самом деле очень быстро. И загружать их тоже можно достаточно быстро. Вот у нас по оптимизации работы есть марафон Level Up. Он вот сейчас, по-моему, последний день, сегодня, то ли завтра, когда можно на него записаться. У нас, кстати, сегодня скидка у нас в сторис, можете посмотреть. Сегодня в честь эфира мы сделали скидку 20% на любые курсы и марафоны. То есть сегодня вот до конца дня можно еще успеть записаться, посмотреть все наши курсы и марафоны. Можно у нас на сайте, ссылочка тоже есть в шапке профиля. Сегодня подробно об этом не буду рассказывать. Можете, я ничего сегодня продавать не собираюсь, кому надо, сами заходите на сайт, да, смотрите программу, марафон, курсы и так далее, и можете на сайте записаться, если есть какие-то вопросы по курсам, марафонам, по программам и так далее, по организационным моментам, можете задать эти вопросы нам в директ, девочки вам обязательно подскажут и помогут. На эфире я хочу все-таки рассказать полезную информацию, да, ту, которую нигде не прочитать. Так, про 100 работ в месяц, про загрузку, да, количество работ. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Если все понятно, то поставьте, пожалуйста, здесь сердечки. Я пойму, что я нормально ответила на ваш вопрос. Если нет, можете его как-то переформулировать. Может быть, так будет понятнее и мой ответ. Так, спасибо за сердечки. Так, у нас еще вот один тут вопрос написали. Напишите, пожалуйста, если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите здесь в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Так, вопрос. У вас лучше вектор идет по спросу или растер, я так понимаю, по продажам? Так, лучше продается вектор или растер? Тут очень такая классная тема, я люблю этот вопрос, его часто задают. Многие думают, что растеровые иллюстрации не продаются на стоках, да, или плохо продаются, но на самом деле это не так. У тех, у кого не продаются растеровые иллюстрации, у меня портфель в большинстве своем из растеровых работ. То есть у меня где-то 30% вектора и 70% растер. Ну ладно, пусть будет 30% вектора, 60% растера, иллюстрации именно, и 10% фотографий, да. И, собственно, в таком примерно соотношении и продажи, да, то есть 30% приходится на векторные иллюстрации, 60% на растеровые иллюстрации, акварельные и другими материалами тоже, и остальное на, собственно, фото приходится, да. То есть сколько примерно у меня контента, какого контента у меня сколько в портфолио есть, примерно в таком соотношении и продается, да. То есть, но я все-таки очень тщательно подбираю
темы для иллюстраций, для фотографий и так далее. Ну, для фотографий, ладно, не так тщательно. Фотографии — это так, дополнительное развлечение. Вот. То есть, если правильно подбирать темы, то продается все. Например, вот представьте себе, если вы хотите создать баннер для какого-нибудь сайта, понятно, что он будет векторный, растровый баннер вряд ли кто-то будет использовать. А если вы создаете иллюстрации для свадебных пригласительных, то почему бы и не сделать их растровыми, да? То есть в какой-то теме они будут хорошо идти, растровые иллюстрации, а в какой-то теме нет. Скорее всего, те, кто говорят, что растровые иллюстрации не продаются или продаются плохо, скорее всего, они просто не те темы изображают. То есть в растре есть очень много тем, которые действительно хорошо продаются. Например, те же иллюстрации детские, да, там для детских каких-нибудь, ну, паттернов для детской одежды и так далее. То есть они очень хорошо продаются и в акварели, и в других материалах, в общем, растровые. Грубо говоря, да, например, вы рисуете какие-нибудь цветочки, люблю этот пример там от руки, и для аптечных каких-нибудь штук, да, там аптечные травы, то вот посмотрите, просто походите, там, не знаю, в аптеке куча упаковок, на которых изображены такие листочки, цветочки, да, нарисованные именно от руки. Но там таких цветочков, ну, в принципе, не так много на сток. Ну, я имею в виду вот узкой направленности, да. То же самое со свадебной иллюстрацией. Очень много пригласительных, постоянно всяких разных штук для свадебных салонов и так далее, да, которые нарисованы акварелью. То есть там меньше вектора как раз. А вот, например, в баннерах, в изображении людей, то есть, например, люди в растровых иллюстрациях практически не продаются, но зато продаются отлично в векторе, да, изображения людей. То есть нужно просто искать темы для каждого материала, для каждого стиля нужно подбирать подходящие темы, и тогда это все будет продаваться. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Поставьте, пожалуйста, сердечки, если я понятно ответила. Вот. Поставьте, пожалуйста, сердечки, если я понятно ответила на ваш вопрос. Спасибо. Так, если еще у вас вопросы? Сегодня у нас такой эфир с ответами на вопросы. Кстати, у нас есть записи предыдущих эфиров и с ответами на вопросы, и на разные темы про стоки. Их можно найти у нас на YouTube-канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ссылочка есть в шапке профиля. У нас там каждую неделю выходит там несколько полезных видео про стоки. Очень много полезной информации в открытом доступе. Я с удовольствием и мои коллеги, мы делимся своим опытом и рассказываем, собственно, все, что можем, все, что знаем, все, что проверено на собственном опыте и на уже, не знаю, сейчас могу посмотреть точную цифру, но больше, чем там 3000, это 100% наших учеников. Так что все проверено, все информации мы делимся на нашем YouTube-канале и на нашем Telegram-канале. Все ссылочки у нас есть в шапке профиля. Так, ну, давайте пишите ваши вопросы, я с удовольствием на них еще отвечу, и будем постепенно завершать, мы уже полчаса уже болтаем, чтобы эфир был не слишком длинным. Пока вы пишете свои вопросы, напомню, что для тех, кто не работает со стоками, в понедельник, 22 ноября, у нас начинается марафон «Старт» для тех, кто, собственно, не работает со стоками и хочет начать работать со стоками. Это последний поток в этом году, следующий поток, получается, будет уже в 22 году. Также для тех, кто уже работает со стоками, но не радует, если продажи, то вот у нас недавно начались два марафона. Это марафон Level Up и марафон Ключ от стоков. Тоже подробную информацию можно посмотреть у нас на сайте. Сегодня последний день, когда можно вот на эти марафоны два записаться. И у нас в сторис можете найти скидочку на 20% по промокоду на только на сегодняшний день. Мы сделали такую скидочку большую в честь нашего эфира, так сказать, приурочили.
Так, про марафоны, в общем, и так далее вы можете самостоятельно почитать у нас на сайте, а я сейчас отвечу на вопросы. Ссылочка на сайт есть в шапке профиля. Как можно рисовать логотипы на стойке? Ведь логотип нельзя купить несколько раз. Почему нельзя? Можно, потому что, ну, то есть вы продаете использование, да, своей картинки, то есть вы продаете не конкретно свою картинку, поэтому по обычной лицензии, да, вот самый дешевый, да, там за сколько-то центов, когда покупают, у них нет прав, собственно, на эту картинку, у них есть права только на использование этой картинки, да, то есть вполне может быть один и тот же логотип, там, в нескольких странах разных используется и так далее, то есть почему нет? Я даже видела несколько раз точно такие штуки, да, когда в одной стране, там, и в другой, или в разных городах один и тот же логотип, и одно и то же название. Почему нет? Другой вариант – это когда выкупают вашу картинку с полными правами, да, то есть, но это без вашего разрешения сделать не могут, могут там отправить запрос, и вы дадите согласие или нет, но там уже и другие суммы, да, то есть обычно это там от $100 и больше, да, то есть, ну, чаще всего это несколько тысяч долларов, когда выкупают картинку полностью с правами, то есть в этом случае вы должны удалить эту картинку со стоков, и больше никто ее использовать не сможет, собственно, и вы не можете использовать, да, там какие-то кусочки из этой картинки и так далее. То есть, потому что вы продаете в таком случае вместе с правами авторскими, а не только правами на использование. Но, опять же, как я говорила уже, что когда вы продаете права на использование, то есть это могут купить неограниченное количество людей, да, и использовать это в разных местах, эту картинку, вам там капает несколько центов, да, ну, там, обычно, там, 10, 20 и так далее, на разных стоках по-разному, но картинку покупает неограниченное количество раз. А если вас выкупают именно с правами, то обычно это несколько сотен или несколько тысяч долларов даже. Вот, надеюсь, понятно ответила на ваш вопрос. Если да, поставьте лайк. Вот, спасибо за ответ. Да, спасибо за вопрос. Очень классный вопрос, кстати. Такое мне еще не задавали, по крайней мере, на эфирах точно. Так, ну что, Есть ли у вас еще вопросы? Я с удовольствием на них отвечу. Если вы не нашли ответы на свои вопросы в сегодняшнем эфире, то можете посмотреть либо другие эфиры наши с ответами на вопросы, они сохранены на YouTube-канале, ссылочка в шапке профиля. Либо можете задать их нам там где-нибудь в комментариях и так далее. Мы обязательно вам ответим. Также у нас есть общий чат, это бесплатно для стокеров. Доступ бесплатный, открытый. Ссылочка на него есть у нас на сайте. И, собственно, в чате можно тоже задавать ваши вопросы про стоки. И вам обязательно либо другие стокеры, да, либо коллеги мои, девочки-кураторы, подскажут ответы на ваши вопросы. Вот, ну что, есть ли еще у вас вопросы на сегодня? Напоминаю, да, пока вы думаете насчет вопросов, что сегодня мы сделали скидку 20% на любые наши курсы и марафоны. Промокод мы закрепили в сторис наших. Сегодня до конца дня промокод работает. У нас на сайте, конечно же, education.online, ссылка на сайт в шапке профиля. Ну что, будут ли у вас еще вопросы про стоки, или мы закругляемся? Ну что, если вопросов нет... Если вопросов нет, тогда будем постепенно закругляться. Запись эфира я сейчас постараюсь сохранить. Напоминаю про скидочку сегодня 20% на все курсы и марафоны. Промокод у нас в сторис. И приходите на другие эфиры. Надеюсь, этот эфир был для вас полезным и интересным, и вы получили ответы на свои вопросы. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайки. Мне будет очень приятно и будет стимул выходить еще в эфире.
Ну что, если вопросов больше нет, тогда я буду постепенно закругляться. Буду ждать вас на следующих эфирах. Мы сейчас стараемся каждый вторник в 19:00 проводить прямой эфир. Можете свои темы также предложить. Вот я сейчас эфир сохраню. И можете под постом, под этим предложить свои темы для эфиров. Я буду очень рада, чтобы не ломать голову каждый раз. Да, будет интересно рассказать о том, именно о чем будет интересно услышать вам. И я очень рада, что сегодня достаточно активный такой эфир получился, что было много вопросов, и получилось с вами поболтать. Это намного приятнее, чем самой с собой монолог вести. Вот. Спасибо за кучу сердечек. Все, последний раз напоминаю о том, что сегодня до конца дня на любые наши курсы и марафоны скидочка 20% по промокоду, который у нас в сторис. А, еще хотела сказать последний такой момент. У нас сейчас мы записали аудиокнигу про стоки, то есть это моя авторская книга, аудиокнигу про стоки, и она выйдет у нас 1 декабря, но сейчас по предпродаже на нее также скидка, если зайти на наш сайт и предоставить самый конец, собственно, сейчас на нее скидка, и за 290 рублей можно приобрести аудиоверсию нашей книги про стоки. Выйдет она, собственно, 1 декабря, ну и до 1 декабря у нас предпродажа по скидке. Вот, я была очень рада с вами сегодня поболтать, было, надеюсь, полезно всем и интересно. Запись эфира сейчас сохраню, а другие наши полезные видео и эфиры тоже вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Ссылочка у нас в шапке профиля. Спасибо всем, кто сегодня пришел на эфир, и всем, кто просто послушал, и тем, кто позадавал вопросы. Очень рада была с вами поболтать. Все, всем пока, я отключаюсь, и до новых встреч!